Итак, ребята, мы вводим, сейчас не касается VirtualBox, поэтому у меня подключено, сейчас я посмотрю, да, подключилось, образ гостевой системы. Это уже смотрите сами, мы сегодня VirtualBox не разбираем. Мы, помните, создавали vServe, Enter и вводим пароль. Все, вот то, что нам надо. Ребят, сейчас будет мелкий шрифт, но потом мы будем работать с PyCharm. Все, нам надо просто SSH настроить, и мы потом будем через PyCharm, там можно все, что хочешь делать. Поэтому, но первое, что нам надо сделать, если устанавливались диска, кое-что закомментировать. Поэтому это, набираем команду. Во-первых, su. Су, то есть от суперпользователя будем работать. Су, Enter и свой пароль. У нас появляется, видим слева запись root. Да? Далее. Нам надо открыть... Перед этим я говорил ребятам школы и вам говорю. Сейчас кидайте все и поработайте с редактором Nano и с MS. Потом на странице я дам их. Видео по ссылках, по ссылкам названия. Но в интернете информации куча, поэтому здесь будем работать с Nano. Nano — это текстовой редактор, встроенный, который поставляется сразу. Нам надо кое-что исправить в репозиториях. Значит, набираем слэш директория ads, запомните просто это s, далее apt manager и sourcis source list. Я и нажимаем enter. Вот у нас открылся редактор Nano. Вот видите, у нас здесь стоит CD-ROM. То есть мы не сможем обновить, потому что она нам будет говорить ставить диск, поэтому при помощи стрелочек, если кто-то не знает, и ставим решеточку, то есть комментируем. Эти репозитории пусть будут, мы потом вставим еще другие. Далее нажимаем Ctrl-O, чтобы сохранить. Мы видим посередине, внизу посередине, видите, и нажимаем. Ой, не то я сделал немножко. Ctrl-N. Нажимаем отменить. Ctrl-O. Просто я немножко не так. Где внизу посередине мигает курсор, обратите внимание, когда вы нажимаете Ctrl-O, ничего не должно дописываться. Потом нажимаем Enter. Написано, записано внизу, видим, записано 16 строк. Ctrl-X нажимаем, чтобы выйти. Все. Нам, если не нравится убрать это, вводим команду clear. И нажимаем Enter, все очистилось. Так, ну, в следующем уроке нам осталось настроить SSH, чтобы начать потом как-то устанавливать программное обеспечение и уже делать сервером все, что мы хотим. Давайте пока, так как мы исправили уже, наберем apt update. Все работает, ну... Понятно, что те репозитории, которые записаны, с них ничего обновляться не будет. Мы потом свои добавим. Сейчас посмотрим. И apt upgrade. Apt upgrade. Все, ничего не обновлено. Значит, ребят, сразу говорю, хотим выключить машину. Сейчас набираем под суперпользователем, так как будем, так, power off. Power off, нажимаем Enter. Машина начала выключаться. Все. И она выключена. Все просто.